Здарова, громадяки, с вами снова Джейсон и канал True Many Games. Я решил поиграть сегодня за Мику. У нее аж 4 пункта. Где-то в Лондоне. Уверена, что он должен быть где-то здесь. Мастер Загиев! О, это ты, Мика. Я много слышал о твоих достижениях. Ну что, по сравнению с легендарным Загиевым, я полный ноль. Хорошо, раз мы так давно не виделись, покажи мне все свои новые приемы. Ты готова? Да, спасибо за такую возможность. С легендарным Загиевым, серьезно? Это такая честь для меня. Не жалей, Сиэл, он какой-то безумный, не взгляд. Эх, промахнулся. Опа. Действительно, рестлинг. Опа. Опять такой большой, поймать его прям невозможно. Че за фигня? Три раз делаю захват, но ни разу не могу его поймать. Ну ладно. Мастер Зангейв, это было потрясающе, восхитительно. Я хочу следовать вашему примеру и стать настоящим борцом, как вы. Чтобы следовать моему примеру, тебе, моя подопечная, понадобится много мускулов. Знаю, как насчет совместного приключения в качестве тренировки. Мы проберемся с вами со всего мира, продолжим наращивать мышцы и достигнем совершенства muscle spirit. Дух мышц, да. Это звучит так круто. Для меня это большая честь побывать с вами в таком путешествии. И где-то в Индии. Черт возьми. Почему она гонится за мной? Даже на задании я не допущен нарушения закона. Вообще, это и есть мое задание. Нельзя поесть, не заплатив за еду. И я не заплатил, потому что у меня нет денег. А теперь отвалит меня. Шуртрест, опять ты. Это тебя вообще мне не касается. Если я закрыл глаза на твое преступление, то больше никогда не смогу общаться с мастером Загиевым. Ух ты, перехватил меня. Вот это был захватик. Бум. Она что, в караоке поет? Опять промахнулся. Хей, внуки, ему бросаешь микрофон, и Берти погибает. Ты проиграл, ты владеешь интересным приемом, но тебе не сравнится с мастером Загиевым. Ты знаешь почему? Потому что у тебя нет силы Muscle Spirit. Какая разница, я даже понять не могу, о чем ты тут трындишь. Это, конечно же, значит, что... А что это вообще такое? Сообщи, когда узнаешь. Прощай. Это мастер Загиев интересуется этим, значит, что-то потрясающее. Это девчонка Лаура. Она дружит с Загиевым. Значит, у нее должно быть высокий уровень Muscle Spirit. В этот раз я не уйду без Muscle Spirit. Понятно. Спасибо, что согласился со мной сразиться. Без проблем. Теперь покажи мне все, на что ты способна. Просрал что-то. У-ху, напарница, привет.
А вот этот удар задницы, конечно, тоже круто. Да ебана мать. Ну, в общем. Ух ты, ты сильнее, чем я ожидала. Да, это так. Я много научился наблюдать за мастером Зангиевым. Вот оно что. Можешь дальше смотреть на меня и учиться. Конечно. Приготовься, мои железные мускулы преподут тебе урок. Ну же. Все на взводе, зрители и медведь. Что? Медведь? Мастер Зангиев. Я не хочу тебе сорвать поединок. В этот раз я защищу вас. Я проигрываю. Нифига, и медведь выбрался нафиг. И медведь в нокауте. Даже вблизи мастер Зангиев кажется непостижимым. Мастер Зангиев? По-моему, я еще недостаточно хороша. Мика, ты обладаешь страстной душой. Ты бесстрашно напал на медведя. Твой дух пылал пламенем. Пылающий дух? Верно, союз мышц и души. Это и есть Muscle Spirit. Осталось лишь развить мышцы, чтобы стать лучшей из лучших. Поэтому мы сейчас же начнем тренировку. Мы стали товарищами по Muscle Spirit. Теперь мы будем бороться вместе. Мастер Зангиев, я буду. Я обещаю. Я сделаю все, что только смогу. Я буду путешествовать по миру, чтобы показать силу Muscle Spirit. А теперь давайте наращивать мышцы. Нет, спасибо. Не думаю, что я научусь чему-то полезному от такой задаваки, как ты. Задаваки? Разве ты не слышала, о чем я только что рассказала? Слова страсть, величие мастера Зангиева. Нет, я подумал, что ты мелешь чепуху, поэтому не стала прислушиваться. Я так хотел тебе помочь. Давай выйдем. Да замолчи ты уже. Обещаю, что если я выиграю, ты навсегда ставишь меня в покое. А ты смелая, но это все равно развернуть тебя в пух и прах. Не вздумай недооценивать меня. После боя со мной у тебя искры из глаз посыпятся. Что ты сказала? Не будь такой заносчивой. Хочешь со мной подраться? Заносчивый? Да, я давно здесь работаю, а ты строишь из себя главную. Вот такая вот забавная история. Так, кто-то у нас еще на очереди. Может быть, Байсон? Или Берди, который вечно получает по роже. А у него тут много. У Байсона всего три. База Шидалу, где-то на крыше. Джейд Гоуд, это Кримсон Вайпер. Гоуд, ты меня слышишь? Хорошо? Цель обнаружена. Начинаю операцию. Лидер Шидалу, Байсон. Столько людей погибло, преследуя его. Прямо как он. Наконец мы встретили Байсон. Чарли Нэш, офицер военно-воздушных сил США, один из преследующих Байсона. Лорд Байсон, командующий Шидалу, вы арестованы. Через 5 минут вас допросят, когда сюда прилетит вертолет. Неужели? Что же, насладись этим моментом, потому что это будет последние 5 минут твоей жизни. Он не знал, что сила Байсона уже превзошла бы его ожидания.
Поэтому придется надрать ему за... Ух ты, ни хрена себе. Скорее. Ни хрена себе, вы видели это? Это какая-то жесть. Я знаю, что Байсон вообще сам по себе очень жесткий тип, еще когда я играл на Денди. Он был непобедим. Что это за сила? Что не так? 5 минут уже прошли? Еще нет. Вот они. За что? Умри. Это... Лорд Байсон. Фан, мастер Дайвид и Рук. Новый генерал Шадалу. Единственный выживший участник картеля, который Байсон уничтожил после бунта. Раньше Нагу был влиятельным картелем биохимического оружия под крылом Шадалу. Какие глупцы. Однако в один день Нагухао исчез. Байсон уничтожил всех, кроме одного. Попробуй сопротивляться. Какой у него прикидос. Ху, а! Ты смотри, он прям пробует. Ух ты! Вот это ему всандалил, так всандалил. Ну и, собственно, на этом все. Почему? Как так? Глупец, твой яд не действует на меня. Что? Простите меня, с этой минуты я буду вам безгорочно верен, лорд Байсон. Мне не нужна предвзятость. Что? В Шадалу выживают лишь те, кто обладает истинной силой. Ты прошел против меня, если бы не твоя сила, ты был бы уже мертв. Вот. Если хочешь быть в Шадалу, докажи, что у тебя есть польза. Должно быть о состоянии операции. Есть. Рад сообщить, что все 7 PSA кораблей находятся на последней стадии подготовки. Подготовка бойцов AS and DOS проходит успешно. Сейчас мы проводим последние испытания. Скоро, уже совсем скоро мы атакуем страх, и тогда мы уже никогда не освободимся от власти лорда Байсона. Хорошо сказал. План по захвату миру, как я и думал, Шадалу состояли за похищением хакеров и ученых с лаборатории СИН. Так вот оно что. Не подозревал, что план Байсона, что могли быть такими грандиозными. Он заметил меня. Партизанка. А, паразитка. Что? За нами следят? Тебе нас не остановить. Вскоре всему миру придет конец. А с вами был Джейсон, канал True Money Games. Всем удачи и пока!